Приветствую вас, дорогие поклонники Казанского клуба. Добро пожаловать в Швейцарию на домашнюю арену футбольного клуба «Сьон». Турбион с французского языка, название этого стадиона переводится как «Вихрь». Именно здесь наша команда завтра проведет первый матч группового этапа Лиги Европы. Ну а сейчас я приглашаю вас на открытую тренировку Казанского клуба. Казанцы вышли на швейцарский газон в приподнятом настроении. Футболисты «Рубина» прибыли в Сьон накануне и перед тренировкой имели возможность полноценно восстановиться и набраться сил. Сразу после разминки тренерский штаб разделил полевых игроков на два больших квадрата. Футболисты имели право играть лишь в касании, и главной задачей упражнения было удержать мяч в квадрате и сделать более 20 точных передач. После чего водящие оставались внутри квадрата еще на один кон. Красно-зеленые приехали на выездной матч практически в оптимальном составе. Все игроки, забивавшие ворота «Локомотива», тренируются в основной группе и готовятся выйти на поле в завтрашнем матче. Ногами, ногами. И последний.